Вот сейчас мы подъезжаем в мой любимый магазин. Называется Home Depot. В этом магазине много-много цветов продают. Сейчас поставим машину и пойдем смотреть цветы. Вот смотрите, суккуленты называются, и вот такие вот интересные кактусы тут всякие такие. Но я такие цветы не покупаю, потому что я думаю, что их съедят. У нас много товарищей, которые любят всякие цветы. Суккуленты хорошо вот на побережье около Тихого океана иметь. Там из воздуха влажность, и их там можно даже не поливать. Они там очень здорово растут. Здесь вот розмарин очень популярен здесь. Так. Здесь у нас вот розочки. Розочки, розочки разных цветов. Розочки, правда, здесь уже выставили розы, что-то они тут у них не очень в таком виде. Зато вот с этой стороны, смотрите, какие красивые цветы. Это вот петунья. Вот такой горшок один стоит... Ой, простите. $18. Петунья. Вот это лилии. Лилии, вот там видно цена. 19, почти $19. Вот такое растение. Красивенькое, желтенькое. $14. Ну вот написано, что олени не едят. Мало воды. Хорошая, вот, наверное, для нас. Нам такую можно. И стоит всего $14 такой горшочек. Вот это почти $30 композиция такая стоит. Вот цена. Красиво, да. Но когда много желающих поесть, то не хочется выбрасывать деньги. Так, что у нас здесь еще? Петуния. Тоже там вот видно цена. Горшок. Почти $19. Здесь такие вот цветочки. И здесь вот петунья, петунья и герань. Я вот думаю, может быть, мне герань взять беленькую, пока здесь есть немножко. Такой вот горшочек стоит $5, герань. Петунья. Сколько ты стоишь, петунья? Петунья стоит $6. Горшочек. Маленький горшочек, разные цвета есть. Бордовая, сиреневая, какая-то желтая. Так, красивые. Там вот и какие-то ромашки, дельфиниум. Сейчас я внутрь захожу. Так, ну вот, продолжаем. Здесь вот тоже красиво. Стоит $25. Сборная солянка из разных растений. Готовый горшок. Ну, смотрится красиво. Разные-разные цветочки. Это вот лаванда. Они разные есть сорта. Вот такая лаванда. Красиво. Что это такое у нас? Какая-то цинния, зинния. И сколько мы стоим? $13. Все это вместе с горшочком продается.
А рядом красные какие-то красивые цветы, тоже $13. Вот так выглядит. Красиво. А здесь вот такие кактусы интересные. Ну-ка смотрим. Смотрите, что это за кактус? Такой смешной кактус. Цена его $6.50. Какой-то суккулент. Необычный очень. Так. Вот это красивый, да. Здесь у нас хосты. Хосты стоят 14. Так, это у нас тип сида. Олени не едят. Это здорово. Ой, моя любимая герань. Моя любимая герань. Она розовая, красивая. Что в этом году мне нравится розовый цвет. Маленький горшочек стоит $3.50. Герань быстро разрастается. Вот этот красивый, смотрите какой. Что у нас здесь написано? Комбинированный для солнца. Чего стоим? Стоим $40. Но это пластик, большой горшок. Вот это красивый цвет. И тут вот много подвесных кашпо. Я вот, наверное, гераньку возьму. Сейчас посмотрю. Там гвоздика. Вот это вот, так, это не то. Это вот то, что олени не едят. И стоит всего $4. Так. Это мы взяли. Так, это мы взяли удобрение. Здесь вот написано азот. По-моему, это фосфор, а это калий в процентах. Это тоже, вот смотрите, азот, фосфор и калий в процентах. Питание для растений. Так, ну и с этой стороны посмотрим на красоту. Здесь вот лобелия. Это я знаю. Люсия, лобелия, да. И стоит... Так, лобелия, сколько ты стоишь? Не вижу цены. Цена на горшке будет. Сейчас найдем. Вот цена. Ну, почти $5. Так, а здесь, смотрите, какая розовая, красивая. Ну, на нашем солнце петунии не очень, особенно вот эти вот мелкие петуньи, они не очень на нашем солнце себя ведут. Вот эти цветы очень красивые, цвет какой, посмотрите, это называется вечерняя звезда, калибрахуа, но вот она ведет себя плохо на нашем солнце. Это вот петунишка маленькая, мелкая. Так. Ой, красивая травка. Красивая травка. Стоит тоже $19. Кашпо. Так, вот эти красивые герберы. По-моему, это да, это гербера. Вот она, гербера. И стоит она $4. Это вот герань там, такая шикарная, ярко-ярко-красная герань в кашпо. Сейчас посмотрим на ее цену с обратной стороны. Вот герань. Это ампельная герань. $4 стоит, но я такой не хочу.
Вот ромашки, да. У меня, похоже, вот такие будут ромашки в моих горшках. Я помню, что я крупную ромашку покупала. Вот такие. Только что-то они у меня не так пока еще выглядят. Вот это интересная лилия. Дейлили. Не знаю, что это за дейлили. Ромашки такие тоже интересные. Остеоспермам. 6, ну 5,48 плюс налог. Поэтому будет, наверное, 6 долларов стоит. Но вот это герань, ребята. Это просто писк. Стоит она 18, в общем, 19 долларов. Просто не оторвать глаз, насколько это красивая герань. Яркая такая, кашпо. Есть розовая здесь герань, я люблю розовую тоже. О, вот эту герань я возьму. Вот такую герань я возьму. Это ампельная тоже герань. Красная есть. Она такая, как махровая. И есть вот то, что я хочу. Вот эту герань я хочу. Цвет просто обалдеть. Вот этот я возьму, вот эти горшочки. Стоит она всего 5 долларов горшочек. И цвет, я даже не знаю, видно, не видно. Такой, как его назвать-то, этот цвет. Он не розовый, а такой сиренево-розовый, что ли. Вот простая гвоздичка. Красота, красота. Так, и вот с этой стороны у нас бегония, которая стоит 2,5 доллара. Но здесь таких, это как рассада, 6 штучек небольших. Вот такая есть. Я не знаю, это тоже, наверное, Ванька мокрый. Но он не любит жару, не любит яркое солнце в тенечке. Вот она, лобелия. Красивая. Но, кстати, камера почему-то показывает сиреневый цвет. А цвет такой ярко-ярко синий, я бы сказала. Здесь наверху тоже красивые кашпо. Так, вот эти вот. Мэри Голд называется. Мэри Голд. По-нашему это чернобривцы. Тоже Ванька мокрый. Вот такая еще герань есть. С темными листьями. Не знаю, что за герань такая. Она тут розовая, красная. Темные какие-то очень листья. Так, что еще здесь интересное? Еще вот это посмотрим. Ну, это я даже не знаю, такие цветочки никакие. Цвет, конечно, может быть и красивый. Называется Smart Plant. Умные растения. Наверное, очень неприхотливая. Так, здесь что-то у нас все попадало. Это как васильки, что ли. А тут уже кустарники пошли. Кустарники, кустарники. Вот это что такое? Вигуру, вигуру. Полное солнце. Мэндевилла. Я даже не знаю, что это такое. Вот это я знаю, что такое. Бугенвиллия. Но она что-то тут нежно-нежно розовая. Пока еще не сильно она тут раскрылась. Это жасмин. По-моему, это жасмин. А может быть и не жасмин. Не буду врать, точно не знаю. Такие игрушечки всякие, много еды для растений. О, смотрите, клематисы. Клематисы.
Может быть, когда-нибудь и я посажу клематис. Но что-то я пока сильно в них не разбираюсь, поэтому не буду пока покупать. Стоит он $13 горшочек. Вот эти интересные, красивые тоже. Sweet pea, сладкий горошек. Понятно. Смотрится интересно. Наверное, очень неприхотливое растение. Вот это красивое, тоже умное. Что это такое у нас умное? Умное. Что-то тут умное. Цвет красивый, интересно. Выглядит красиво. Ну вот, каждую неделю здесь привозят новые и новые цветы. Можно выбирать все, что вам тут нравится. Такой горшочки здесь есть. Здесь вообще все-все приспособления. Земля. Хочешь кустарники, хочешь деревья. Здесь есть все. Я просто вам показываю цветы. То, что я очень люблю. Еще немножко продолжу. Покажу вам суккуленты. Это вот алоэ вера. А здесь просто такие вот наборчики. Сверху $5 стоят разные. Так, внизу чуть-чуть дешевле алоэ вера. Алоэ вера. Здесь вот в черепашках. Здесь такие вот разорванные башмаки. Лягушки. А здесь уже по $15. Коробочки. Но мы такие не покупаем, потому что у нас много желающих покушать. Я думаю, что и белки, и олени все это едят. Мы это покупать не будем. И здесь вот тоже кактусеныши такие. Я не знаю, как они тут так сделаны, а вот там дальше покрашенное все. А это что за абракадабра? $20 стоит. Называется Эхиберия морской дракон. Камера, кстати, показывает более яркий цвет. Они стоят здесь не на солнце, кстати говоря. Значит, они не сильно любят солнце. Сильно сухо. Красиво. Вот $4 маленький горшочек. Но только если вот купить куда-нибудь поставить. Я даже не знаю куда. На веранду, может быть, поставить. На дек. Ладно, подумаю. Конечно, не остановиться никак. $14. Что это? Какая-то канна, кенна. Вот такая красивая. А здесь вот $18-19. Петунья. Кашпо. Вот камера плохо тут видит ее. Красивые цвета. Здесь тоже внизу $14. Желтый горшочек. Здесь вот тоже стоят петунишки на улице. И здесь, смотрите, какая красивая розовая. Цвет мне очень нравится. Нежно-нежно такой розовый. Я бы сказала, такой как Барби цвет. Кашпо. Но эти кашпо уже стоят подороже. $25 кашпо. Такие вот здесь есть цветочки. Горшочек стоит $6.50. Называется Космос. Космос, просто космос. Полное солнце. Ну ладно. Я думаю, что это красивые цветы тоже. Разные расцветки. И вот лаванда есть. Разная лаванда, да? Это, наверное, тоже лаванда. Вот, смотрите, одна лаванда вот такая. Вот, это лаванда. Вот это, смотрите, какая лаванда, да? Лаванда. $6.50. Вот это что у нас? Вот это что-то другое.
А это, наверное, не лаванда. Это я не знаю что, но это то, что, смотрите, любит колибри. Интересно. Так, где у нас тут бумажка? Почитаем, что это. Селвия. Олени не едят, бабочки любят. Понятно. Полное солнце. Да, эта травка тут популярна, я видела ее. Вот это мне очень нравится. Желтенькая-желтенькая. Это лантана. Кампейна какая-то. Лантана кампейна. Она очень красивая, вот эта вот. Она разрастается сильно очень. И она такая классная. Может быть, мне ее взять еще, что ли? Так, что там у нас? Бабочки любят. Ну ладно, потом, в следующий раз. Ой, а здесь какие-то оранжевые еще цветочки есть. Вот такие. Что это за цветочки? Что это у нас за цветочки? Оранжевые, красивые. А вот газания. Не знаю, что это такое за газания. Разноцветная. Ну вот оранжевые мне понравились. И здесь вот цветы тоже. Такие вот цветы. Некоторые люди любят такие цветы. Где они тут, названия? Так. Фокс Глов. Что-то связано с лесой. Фокс — это у нас леса. Так, ну все. Ой, какая красота, мне не пройти мимо. Здесь и коралловый, и розовый. Здесь вот темные цвета, сборные солянки. Здесь вот розовый такой, а это уже коралловый цвет. Просто с ума сойти. И стоит это $19. Какая красотища. Просто готовый горшочек покупаешь. И счастливый поехал домой. Ну все, теперь всем пока.